Всем привет! Сегодня с вами я, Андрей. Сегодня я покажу, как сделать VR-комплект, который будет стоить дешевле, чем самый дешевый полноценный VR для компьютера. Для данного комплекта нам понадобится мини-USB кабель, также называющийся USB Type-B, VR-шлем для телефона, PS Move и сам телефон. Из приложений для ПК нам понадобится Rift Cat, Steam, Steam VR, Driver for VR, PS Move Service X и PS Move Service. Для телефона нам понадобится приложение V-Ridge. В данном видео я не буду рассказывать, как регистрироваться в Steam. Если вам интересно, как это делать, напишите, и я сделаю видео об этом. Заходим в Steam, нажимаем на кнопку Store и ищем Steam VR. И заходим в третий пункт. Устанавливаем приложение. Далее нам понадобятся платные программы, ибо у них в бесплатном режиме есть только 10 минут за раз. В том же магазине ищем Driver for VR. Проходим по первому единственному пункту и покупаем приложение. Потом проходим по ссылке riftcat.com и нажимаем «Регистрация». После того, как мы зарегистрировались, листаем в самый низ страницы. Далее нажимаем «Приобрести» и покупаем программу. На телефон... На телефон надо скачать программу V-Ridge 2.0 из Google Play. Запускаем приложение. На ПК запускаем купленный Rift Cat и подтверждаем, что это ваш телефон. Важно, чтобы ваш телефон был подключен к одной сети, Wi-Fi, как и ПК. Далее качаем PS Move по ссылке ниже и устанавливаем. Далее качаем PS Move X по другой ссылке и скидываем файлы из архива в папку, куда вы установили PS Move Service. В Driver for VR в пункте Hand Tracking выбираем PS Move Service Bridge. Далее нажимаем на кнопку Tracker Manager и нажимаем на кнопку Open Toggle Device Support Window. Ищем PS Move Service / PS Move Controller Support и меняем Off на On. Далее закрываем вот это окно и нажимаем Pairing. Потом нажимаем на ссылку Start вверху. Потом подключаем контроллер кабелем мини-USB к ПК и нажимаем на кнопку Pair Controller. Далее быстро нажмем кнопку PlayStation на контроллере. То же самое делаем с другим контроллером. Потом в Tracker Manager выделяем Driver for VR Left в левой колонке и PS Move 1 или 0, то, что будет подписано ID 1, в правой колонке. Со вторым ID надо выбрать то, что будет ID 2 в правой колонке. Наш VR-комплект готов. Если вы хотите трекинг тела для Beat Saber, то вам понадобится камера. Для этого в Body Tracking выбираем Webcam. И нажимаем Configuration. Здесь в поле камера выбираем нашу камеру, если она у вас там. На этом все. Graced a ride along with Geralt of Rivia. Along came this song. From when the White Wolf fought a silver-tongued devil, his army of exiles, his
truth that they keep. They came after me with masterful deceit, broke down my lute and they kicked in my teeth. While the devil's horns minced our tender meat, and so cried the witcher, he can't be bleed. Toss a coin to your witcher, O valley of plenty, O valley of plenty, oh. Toss a coin to your witcher, O valley of plenty. At the edge of the world, fight the mighty horn that bashes and breaks you and brings you to more. He thrust every elf far back on the shelf, high up on the mountain from whence it came. Ah, he wiped out your past, got kicked in his chest. He's a friend of humanity, so give him the